Чтобы помнили, именем известного борца за справедливость, юриста, адвоката Жумабая Карткужакова названа одна из центральных улиц в Махамбетском районе. В правоохранительных органах на западе Казахстана Жумабай Карткужаков начал работать в 20-х годах прошлого столетия. Его деятельность была высоко оценена местным населением. Благодаря его предложениям были внесены положительные изменения в ряд законов советского правительства. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски памяти приняли участие и мои коллеги. Заслуги Жумабая Карткужакова перед Родиной хорошо известны населению. Он долгие годы проработал в сфере правоохранительных органов, силовых структурах, где был отмечен многочисленными наградами за доблестный труд. Также награжден за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Чествовать и почитать имена великих сынов казахской степи, не побоявшихся идти против трудностей во имя свободы Родины – наш гражданский долг. Потомки Жумабая Карткужакова мечтали о том, чтобы его именем была названа улица, и память о нем сохранилась на долгие годы. Сегодня их мечта стала реальностью. Нынешнее мероприятие имеет большое воспитательное значение для подрастающего поколения. Жизнь Жумабая Карткужакова может служить истинным примером патриотизма и любви к родной земле. В правоохранительных органах на западе Казахстана Жумабай Карткужаков начал работать в 20-х годах прошлого столетия. Его деятельность была высоко оценена местным населением. Благодаря его предложениям были внесены положительные изменения в ряд законов советского правительства. Присвоение имени улицы – дело не из легких. Дочь Жумабая Карткужакова проделала большую работу, чтобы именем ее отца была названа одна из центральных улиц в Махамбетском районе. Выражаем благодарность акимату района и членам ономастической комиссии. Пусть улица имени Жумабая Карткужакова напоминает последующим поколениям о его заслугах перед Родиной. Церемонию открытия мемориальной доски памяти Жумабая Карткужакова провели ветеран железнодорожной отрасли Амангельда Сильбайло и член Союза писателей Казахстана Марат Мажитов. А ленту по случаю присвоения улицы имени Жумабая Карткужакова перерезали обладатель звания почетный гражданин Махамбетского района, почетный гражданин Атырауской области Мурат Утешев и аким Махамбетского района Ринат Жанкылыш. Имя ветерана гражданской войны, ветерана Великой Отечественной войны Жумабая Карткужакова навсегда останется в истории региона. Сегодня для нас значимый день. От имени родственников выражаем большую благодарность всем тем, кто участвовал в данном благом деле. Теперь именем нашего дяди названа одна из центральных улиц района. Для нас это большая гордость. Жумабай Карткужаков был истинным борцом за справедливость. Его отличали высокий интеллект и профессионализм. Казбек Айткалиев из Махамбетского района.